Всем привет! Добро пожаловать в Алёнка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих подарках, наверное, да? Ну как? На день рождения, хоть я и не справляла так активно свой день рождения, практически не справляла, но подарки есть, и это очень приятно. Ну, я хочу поделиться с вами своей радостью. Я просто буду показывать, потом будут такие более детальные обзоры, потому что половину продуктов я еще вообще не пробовала, не тестила. Но духи, конечно же, все уже ношу вовсю. Начну, наверное, с духов. Духи, как вы понимаете, были основными подарками. Первый самый дух у меня появился еще, ну, задолго до дня рождения. Моя мама мне его подарила. Это реплика от Марджелла, Леди Сан де Монин. Ну вот, самый такой дорогой подарок от мамы. Мы с ней вместе выбирали. Вот первый дух на мой день рождения. Подарок такой заранее. Следующий тоже был до дня рождения. Это прекрасная бараонда от Брэндона Самата. Не буду сейчас ничего говорить, вдаваться в подробности. Сделаю обзор, мои новые ароматы, и все расскажу. Бараонда, я подарила ее себе как бы сама. И, короче, потеряла голову. Следующий аромат бесподобный, тоже от Брэндона Самата. Это China White. Ну, нет слов. У меня нет слов, я сделаю отдельный обзор. На данный момент China White вообще является... Ну, оно постоянно меняется, ваше парфюмерное я, но вот China White для меня сейчас вот, наверное, вот такое мое олицетворение, потому что это, ну, это невероятно. Это вот прям отвечает всем моим требованиям к ароматам, всем моему какому-то внутреннему миру. Ну, в общем, это прекрасно. Следующий аромат, который мне подарили, это White Linen от Estee Lauder. Я давно его очень хотела, и спасибо моей подружке, она знала и подарила мне его наконец, потому что, ну блин, ты вот хочешь, и проходишь, не покупаешь, ну вот, друзья помнят, и вот она мне подарила White Linen, парфюм, Eau de Parfum. Мне он нравится, он шикарный, он такой, знаете, вне времени аромат. Я с удовольствием его ношу. Сделаю обзор. Дальше. Я являюсь счастливой обладательницей 100 мл аромата Бланш от Байреда. Это, конечно, вот... Ну, это не может не радовать. Я его дико хотела, и... Да, он у меня теперь есть. Я могу его не беречь, могу им поливаться с утра до вечера, и будет мне счастье. Обожаю Бланш. Буду делать обзор. И дальше уже идут косметические подарки. Вот у меня такой большой пакет. Я не знаю, сколько тут. Ну, тут много. Сразу хочу сказать, мне подарили подарочные карты из магазина Мекка. И все, что здесь, я как бы выбрала себе уже сама. Здесь те именно продукты, которые я бы не купила, наверное, себе. Ну, вот так вот просто с бухты-барахты. Да, вот нужно, если бы было мне. Тут именно такие вот они... Люкс такой дорогой, который вот ты вот думаешь, брать, не брать. Ну, день рождения, если тем более подарили прекрасные подарочные карты, и я вот выбрала себе следующие продукты. Сейчас я быстро вам их покажу, не буду тоже углубляться в детали. Первый бренд, который я давно уже хотела, это марка Tatcha. Это японская марка. Я взяла себе... маску с витамином С из японской ягоды. Эта маска улучшает цвет лица. Она антивозрастная. Она прекрасная. Она прекрасная, но я ее еще не пробовала. Но я верю. Я верю в японскую косметику. Я верю в японскую... Ну, вообще, мне нравится очень... Ой, все попадало. Нравится. Мне нравится упаковка. Мне нравится... содержимое, мне нравится их политика. Часть средств от продаж этой косметики идет на обучение детей. Ну, в общем, ну, я люблю, когда так все вместе, все связано. В общем, такая маска, буду еще о ней говорить, пока вот просто вам показываю. Следующая тоже марка Tatcha, я буду так вытаскивать, марка Tatcha. Это вообще, это я очень сильно хотела эту вещь. Это праймер, который называется The Silk Canva, шелковая канва. То есть это вот реально как
вы готовите свое лицо как картину. А в этом праймере содержится экстракт шелка, настоящего шелка, потому что шелк, он как бы наиболее приближен к нашей коже. И это, конечно, дивная вещь. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. У нас уже вообще везде в Мекке, все их раскупили. Я случайно вообще нашла в одной из, и, конечно же, его взяла. Вот так он выглядит. Я люблю праймеры, пользуюсь ими... Я, наверное, поставлю пока сюда. Пользуюсь ими не каждый день, ну, потому что я не так активно крашусь. Но иногда, знаете, нужно, чтобы ваш макияж держался весь день. И вот на этот случай у меня есть байтерии прекрасный этот серум, сыворотка, праймер такой жемчужный, обожаю его. И вот сейчас появилась тача. Вот он выглядит вот так. Он идет вот с такой вот штучкой. Я его еще не пробовала, я попробую его сегодня. Все запишу. Он пахнет необыкновенно хорошо. А внутри он вот так выглядит. Вот такая субстанция, она плотная. Вы берете вот эту лопаточку и как бы срезаете вот до этой вот линии, здесь такая линия, срезаете сколько вам нужно, потом разогреваете этот праймер между ваших руках, чтобы он был такой уже кремовую такую текстуру обрел, и наносите на свое лицо. И реальный эффект, мне давали пробник в магазине, эффект, как будто вот у вас кожу, ну, второй слой кожи, вот он такой шелковый, скользящий, лоснящийся, гладкий, он, ну, как бы сравнивает ваши поры, выравнивает цвет лица. Мне очень понравилось. Мне понравилось, потому что, ну, во-первых, это очень-очень не похоже на вообще все праймеры, другие, гелевые, кремовые, какие угодно. Ну, он был, этот праймер был вдохновлением для создания этого праймера, была гейша. Ну, праймеры, маска вот это вот тоже, это вот все вот гейши, все Япония. Я это так люблю, мне это так как-то вот завораживает, поэтому да. Поэтому да. И следующий, последний продукт от марки Tatcha, который я взяла, это их хит Dewy Skin Mist. Это такой спрей для лица с увлажнением, с анти-эйдж. Вы его можете наносить как тоник после вашего утреннего ритуала умывания. Можете наносить его на макияж. Можете наносить его на крем. Вот когда чувствуете, что у вас вот лицо так, ну что-то такое вот, ну, нужно ему влаги не достает, пожалуйста. Шикарная упаковка, попшикали. Знаете, он придает лицу необыкновенно красивое сияние. Вот лицо реально светится как будто изнутри. Неважно, нанесли вы этот тоник на косметику или под косметику, эффект просто потрясающе, ну, мне реально очень понравилось, вот у меня нет к нему вообще никаких претензий. Маску я еще не пробовала и шел дальше. Дальше маска марка Шантекаль. Я являюсь большим поклонником этой марки, особенно декоративной косметики. У меня были много пробников их уходовых средств, они мне все безумно очень нравятся, но они очень, ну, как бы бюджетные, да. Ну и поэтому, когда вот у меня появилась возможность, я взяла себе Шантекаль. Первое, что я себе взяла, это их бестселлер крем Future Skin Oil Free Gel Foundation. Без масел, гелевое средство для лица, гелевое тональное средство. Оно любимо вообще во всем мире, много селебрити им пользуются, визажисты, знаете, вот если читать интервью, оно одно из самых любимых у визажистов. У меня в оттенке Camomile, ромашка. Вот так вот выглядят эти баночки. Не пугайтесь, что это банка, не пугайтесь, что он у вас выльется. Он гель. Если даже вы его вот так вот будете трясти, он, ну, он не выльется, потому что это гелевая текстура. Я не буду сейчас делать сводчи, ничего. Я его уже один раз пробовала, просто коробку оставила для видео вам показать. Это обалденно. Обалденно, обалденно, обалденно. Он реально, как будто вы наносите такой охлаждающий крем для лица, увлажняющий, но
с, как бы, он еще вам перекрывает всякие неровности, шелушения, он питает вашу кожу просто весь день, он анти-эйдж, он можно его накладывать больше, меньше, в зависимости, какой вы хотите финиш. Если вы хотите более такое плотное покрытие, вы можете сделать один слой, потом немножко подождать, сделать другой слой. Он реально, он незаметен на лице, лицо после него, ну, как будто вы в спа куда-то сходили, знаете, вам там просто все-все-все лицо наполировали, и вы вот вышли. Потрясающе, потрясающе. Я сделаю прям отдельный обзор, наверное, с нанесением крема, чтобы все вам показать, все, чтобы было понятно. Его можно наносить как пальцами, как я люблю, так и кистью. Я еще купила кисть Шантекаль. У меня была когда-то кисть Шантекаль, она мне очень нравится. Это синтетические кисти, но они дивно мягкие, дивно вот. Но они вообще не вот, ну, ну это просто, знаете, как такой вот релаксация. А дальше Шантекаль я взяла себе их румяна, тоже их хит. Это тоже гелевые румяна, тоже они с увлажнением, с анти-эйдж и так далее. Они передают вам, вашему лицу, сияние, вот такой оттенок хэппи называется. Он, по-моему, только один у них, вот так они выглядят, в таких вот тюбиках. Потрясающие, потрясающие текстуры, очень приятно в использовании. Эта косметика вообще, вот, ну, она и Байтери, по-моему, вот, вот для меня на данный момент самый-самый-самый-самый хитовый, самый хит. Дальше у меня заканчивается мой бронзер Tom Ford Terra. Он великолепный. Он, ну, наверное, лучший бронзер, который у меня был. Но я решила попробовать, раз уж я взяла Шантекаль, их же бронзер. Я посоветовалась, мы попробовали с визажистом марки. Да, он будет похож на Терру. Потому что, ну, кто не знает бронзер Терра от Tom Ford. Но он больше уже приближенный к моим вот этим шантекалевским сейчас основам и румянам. Поэтому будет легче мне, наверное, использовать родной. У меня в оттенке Капри. Очень красивая тоже такая компактная пудра. Наносится кистью, очень легко растушевывается. Шелковая. Вот если Tom Ford, он вот не шелковый, у него текстура. Здесь вот прям реально... Вот я пальцами провела пару раз, он вот прям реально как шелк. Очень красивый такой цвет, знаете, ну, мой. Мой цвет, мы подобрали, все очень хорошо. И последнее, что я взяла в марке Шантекаль, это вообще, это вот была моя must have, я так его хотела, это крем. Крем антистресс с экстрактом цветов. Вот так вот выглядит коробка. У них приятные упаковки, не помпезные, не пафосные, но главное не упаковка, главное, конечно, содержимое. Такая увесистая стеклянная банка, вот так вот он выглядит. Этот крем вы можете наносить и утром, и вечером, и днем. Антистресс, ну как бы уже заранее, да, понимаем, о чем это. Если у вас какие-то покраснения, если у вас шелушение, если кожа нуждается в дополнительном питании, вот это вот вам сюда. Он еще закрыт, я его не открывала, потому что у меня есть еще пробник. Я вот реально, он дороговастый такой, дорогой. Я как бы, да, я вот все пробники. Ну вот сейчас он у меня есть. Муж будет пользоваться, я буду пользоваться. Вот он реально такой, знаете, универсальный крем. И после него вот, если вы гуляли, например, всю ночь там, танцевали где-то, пели песни, ну, развлекались, короче, веселились, смываете весь макияж, ложитесь спать такой весь в эйфории, наносите этот крем на ночь, утром просыпаетесь, как будто буйной ночи не было. Вот я вам реально говорю, у меня вот... Был такой. Я попробовала этот крем. Да, действительно работает. И последнее, вот, ну, прям не может не радовать, марка Мекка. Откуда, собственно, все это? Ну, вообще, это мой любимый магазин в Сиднее. Я его обожаю. Они мне подарили аж две коробки. Они одинаковые. Две подарочных коробки. Это их хитовые продукты.
Они выпускают также свою косметику, называется Мека Косметика. Они подарили мне праймер и подарили тоже мист для лица. Вот так вот это выглядит, две упаковки. С удовольствием буду пользоваться. Праймером я уже пользовалась, он очень хорош. И мист еще не знаю, будем посмотреть. И еще у меня есть один подарок, сейчас я его быстро возьму. И вот такой подарок. Ананас, не ананас. Очень так приятно, знаете, когда тебе кто-то делает что-то своими руками. Вот мне подарили такой ананас, а внутри у него свеча, это свеча handmade, ее сделали вручную, и она пахнет духами Жадор. Это так круто! То есть, ну, реально вот прям Жадор. Конечно, он не такой вот прям насыщенный, как сам аромат, как парфюм, но... Не знаю, мне так понравилось, я, наверное, поставлю ее в ванну и буду зажигать, когда буду принимать ванну. Очень такой милый тоже подарок. И еще один подарок от моей дорогой подруги. Это такой винтажный, красивый очень браслет. Я его в последнее время все время ношу. Я люблю, ну, вы знаете, я люблю все это. Клипсы, браслеты и так далее. Элвис всем передает привет. Вот он тут сидит, мой хороший. Сидит, помогает записывать видик. Все, я надеюсь, вам понравилось. Очень, ну, как бы мне доставляет радость делиться с вами какими-то своими положительными эмоциями. Я надеюсь, вы за меня тоже порадуетесь. Пишите комментарии, пишите, хотели бы вы больше обзоров. Не, ну, обзоры и так будут на эти средства. Знакомы ли вы с этими марками? Что-то, может быть, посоветуете какие-то еще другие продукты этих марок? Я всегда открыта к общению, всегда рада с вами общаться. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блог. Чао-чао. Пока.